Друзья, всем привет! Это новый проект «Геометрии», в котором мы будем обозревать самые крутые ночные заведения города. Сегодня, в этот клевый вечер, мы решили объехать три крутых заведения Оренбурга. «Корица», «Печеное колено» и «Матрешка». Итак, друзья, мы поймали Мишу Карина, человек-легенда, лучший КВНщик Оренбурга, мистер импровизация, и он нам что сейчас скажет? Я люблю корицу, вы любите корицу, приходите в корицу, кушайте корицу, я не Сабир. Мы находимся в печеном колене, и мне удалось выловить вот этого красавца-мужчину, Евгения, который нам сейчас расскажет, как здесь, как субботний вечер, огонь. Слушай, ну субботний вечер в печеном колене — это очень такой интересный день, потому что здесь все очень просто. То есть люди приходят, реально ловят какой-то драйв, выходят на танцпол, не задумываются ни о чем лишнем, кроме как о том, какая музыка звучит, как бы ее круче прочувствовать, как услышать те бенды, которые играют, потому что здесь всегда есть живая музыка, здесь всегда какие-то интересные интерактивы, здесь всегда очень классная, простая, душевная атмосфера, и поэтому всех мы, конечно же, приглашаем. Нашего сегодняшнего субботнего вечера. Пожалуйста, расскажите, как вам оренбургская аудитория, как вас встречали? Вот мы сегодня только на радио говорили на эту тему. Вы знаете, что оренбуржцы отличаются просто вот потрясающей... Сами слышите, какой вообще... Энергетика, все веселые, довольные жизнью. А вы можете нам какую-нибудь песенку исполнить? Вот мы ее прям заставочкой поставим. Вот какую, скажите? Отрываются, ни о чем не думают. Это очень круто, очень. Молодцы, ребята, вам большой респект. Что хочешь, милый мой, мы сегодня здесь останемся с тобой. И мы быть всегда первыми, нам помогут. И всегда оставаться на позитиве. Все темные силы, негатив отгонять от себя. Только позитив, любовь. Yeah.